В этом видео я хотел бы вам помочь избежать тех ошибок, которые совершаю иногда я. Итак, речь пойдет о борьбе с тараканами. Что мы, дезинфекторы, обрабатываем во время работы, во время уничтожения тараканов в квартире? Конечно, мы говорим человеку чаще всего это обязательно убрать пищу всю в холодильник, в плотно завязанные пакеты и так далее. И также по возможности освободить кухонные гарнитуры, шкафы и прочее от посуды. Либо полностью всю посуду убрать, либо потом просто ее тщательно перемыть. Но сейчас, с сегодняшнего дня, я буду людям говорить, чтобы они обязательно освобождали кухонные шкафчики. Почему? А вообще, что мы обрабатываем при работе с тараканами? Как говорят правила, инструкции, ну, в частности инструкцию к препаратам, зачитаю вам, что необходимо, и вы видите сейчас ее на экране, необходимо особенное внимание уделять щелям в стенах, дверных коробках, порогах, вдоль плинтусов, в облицовочных покрытиях, а также вентиляционным отдушкам, местам стыков труб, водопроводной, отопительной и канализационной систем, да. Обработку проводят во всех заселенных тараканами помещениях, а если высокая численность, то необходимо во всех остальных помещениях, чтобы предотвратить пути их миграции. То есть напрямую здесь не говорится точно прям, какие конкретно объекты обрабатывать. И это мы уже можем с вами на объектах смотреть, потому что где-то бывает необходимо больше микроволновая печь, про нее здесь в частности ничего не сказано, где-то духовка, и какие-то кухонные гарнитуры. Здесь просто говорится про щели, про различные стыки и прочее. Но вот посмотрите сейчас это видео, с чем я столкнулся. Я сказал людям, что не обязательно убирать кружки, вот эти тарелки, которые находятся в подвесном кухонном шкафу. И в итоге что получилось? Я просто стал закрывать, по-моему, шкафчик этот, и все повалилось, все посыпалось. Вы видите, какой урон я нанес человеку. А почему? Ну, вот из-за того, что крепление было очень слабое и не рассчитано на такую нагрузку. Но в итоге, конечно, мне было очень неудобно, очень неловко перед клиентом. Я сказал, что я готов возместить весь этот ущерб, но девушка отказалась, сказала, ничего страшного, не переживайте, главное, чтобы тараканов не было. Поэтому, дорогие, вам такой урок на будущее. Кухонные шкафчики вот эти, за ними практически всегда прячутся тараканы. И бывает так, что даже приходишь обрабатывать, тараканов вообще не видно. А отгибаешь кухонный шкафчик, и за ним просто их куча сидит. И начинаем обрабатывать, из-под него все лезут и лезут, лезут тараканы. Поэтому всегда, повторюсь, всегда просите, чтобы посуду, особенно при навесных вот этих вот шкафчиках, убирали. И обязательно необходимо кухонный гарнитур, почему я не люблю новые современные кухонные гарнитуры, отодвигать от стен и там производить тщательную обработку. Надеюсь, это видео было хоть немножко вам полезным. Дмитрий, компания Mirdes.